Всем привет. Всем привет. Эдвин. Всем привет. Вы на канале? Мысли о Генице. Нет. Угадай, на какой канал? Меня благословен. Я кормлю. Что Миланочка делает? Я кормлю вот эти. Кормишь муравья? Да. Он видишь, он несет. Ты даешь семечко, а он тащит, да, муравей? Да. Такой сильный, да, муравей? Он кушает, дает. Вон еще один, я ему дала. Еще один? Ну, вот это да. Они такие не берут один. Я да? Знаю. Ты сейчас купаться ходила, да, Миланочка? Подожди, не трогай. Тут у нас вон тачка припаркована. Дворик такой. Клевые. Там вон море. Здесь ореховое дерево есть. Инжир. Вернее, вот это инжир. Вон там орех. Здесь черешня. В общем, чего только нет. Гор он жарит яйца себе. После ночной тусовки. Вечеринка с гором на море. Вечеринка «Напои всех соседей» называлась. Да. Чтоб все, вся эта база отдыха набухалась, да? Да. А с утречка поспать и покушать яйца. Да, и принять холодный душ. Так, арбуз. На, держи, я буду нарезать. Сейчас я помою. Короче, Оля сделала за арбуз. Эдгар взялся за камеру. Решила Оля вырастить арбуз. Который поднять не может. Да. Да ладно, что ты его намываешь? Да, давай. Грязная тут какая-то брать. Нормально. Муравей камень. На. Я руки быстро погоди. Тем временем Гор жарит яйца. Вчера купили два арбуза. Если что, мы находимся в этом поселок Криница, Краснодарский край. Самой Криницы арбузов не было, мы поехали в Пшаду. Пшаду. Тоже то ли деревня, то ли поселок называется Пшада. Вот, два арбуза купили, здесь он стоит 30 рублей килограмм. Вот, дорого или дешево? Пускай слышат люди. Так, у нас здесь тарелка же была, да? Да. Вчера мы один съели арбузик. Сегодня рубанем второй. А завтра поедем покупать третий. Надо еще больше купить. Знаешь что? Надо сегодня как раз шашлычок замутить. У меня 6000 почти 300 подписчиков. Сколько? 6300 уже. Так 5 же было. Ну. Офигеть. Уже 6300. Так аппетитно твоя яичница выглядит. Да, моя яичница всегда выглядит аппетитно. Это сказано для взрослой публики старше 18 лет. Арбузы, в общем, офигенные. Только я вот хочу купить еще больше какие-то арбузы, здоровые. Вот это краснодарские арбузы, местные. Жалко. Да, видишь? Ну, Ашки, идем арбузик, будешь кушать? Я кормлю этих. Муравьев кормишь? Блин, два кушать. Что мне выбрать? Ну, пахнет так.
Здесь вкусно, здесь вкусно. А ты попробуй арбуз с яйцами. Не ел ни разу? Новый рецепт. Новый рецепт. Арбуз с яйцами. Я там плита готова. Да, сейчас пойду готовить. Нарежем еще. О! Вот так вот по рукам течет. Арбуз кушают именно вот так. Когда-нибудь дотечется. Офигенный арбуз. Попробуешь? Короче. Да, идем укусить арбуз. Да. Будешь? Ой, кусай. Вкусно? У Миланы так этот, держи. Камера отсвечивает, щечки такие румяные. Вкусный арбуз. Миланочка загоралась сегодня, да? Держи. Вкусно? Сладкий, да, Милан? Короче, ништяк. Мы тут уже какой третий день? Нет. Второй? Какой? Нет. Второй? Четвертый. Ага, четвертый. Нет, короче, третий получается. Две ночи ночевали. Короче, уже выспались, адаптация так вроде прошла, да? Нормально уже? Ну, да. На улице днем до 40 градусов жара здесь. Да у нас есть кондиционер, если что. На улице. Косточки нашел. Ну, уличный кондиционер. Мне больше всего нравится, что кухня вот без стены на природе. Ну, так что все пучком. Пишите комментарии, лайки, подписка. Всем пока.